На Каннском фестивале ни дня без звезд. Несколько часов ожидания, и вот в поле зрения наших объективов попадают очаровательная Моника Белуччи, обаятельный Уилл Смит и, как всегда, оригинальная Тильда Суинтон. А едва мы начали знакомиться с фильмами, как тут же встретили еще и Марион Котийяр. После съемок с Брэдом Питтом в фильме «Союзники» она исполнила главную роль в картине «Призраки Исмаэля» от французского режиссера Арно де Плешена. Фильм открывал кинофестиваль. По сюжету кинорежиссер Исмаэль на протяжении 20 лет тщетно пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. И стоит ему наконец-то влюбиться в новую девушку, как Карлотта неожиданно возвращается. А вот Николь Кидман, кажется, вновь на волне популярности. В официальной программе целых два фильма с ее участием. Это картина «Убийство священного оленя», где компанию ей составил Колин Фаррелл. Их вдвоем мы, кстати, уже увидели на красной дорожке. Не поверите, но во втором фильме «Роковое искушение» этот дуэт также играет главные роли. Возможно, их связывает не только фильмы. Большие шансы на победу дают и обладателю «Оскара», и «Каннской ветви» Михаэлю Ханеке. В этот раз знаменитый австриец привез картину под названием «Хэппи Энд». Будет ли там счастливый конец, пока неизвестно. Но то, что нас ждет серьезная драма, это точно. Добро пожаловать в клуб. Среди прочих фильмов кинокритики хорошо приняли фильм «История семьи Майровиц». Целая плеяда звезд играет большую семью, которая, как всегда, полна разногласий, но решает вновь собраться ради общего дела. Решили собраться вместе с ними и мы. Буквально последние приготовления идут в комнате для пресс-конференции. С минуты на минуту ожидаем звезд. А чтобы не терять времени зря, мы пообщались с одним из модераторов звездных пресс-конференций Анри Бехаром, который не понаслышке знает, насколько бывают капризны звезды. Помню, как-то у нас фильм был под названием «Августовские киты». Так вот, главная героиня Лилиан Гиш приехала в Канны и перед пресс-конференцией заявила, что не любит свет телевизионных камер. Но без света же невозможно снимать. Пришлось искать компромисс и немного притушить наше освещение. И только мы успели закончить общение, как стало по-настоящему жарко. А все потому, что появились суперзвезды. Дастин Хоффман, Бен Стиллер, Адам Сэндлер, Эмма Томпсон. Попасть на пресс-конференцию со звездами очень сложно. Но еще сложнее задать им вопрос. Такую возможность имеют обычно 5-6 журналистов. И мы попали в этот топ-5. Денис Кушнарев, телеканал «Интер», Украина. Спасибо огромное за ваш невероятно интересный фильм, где по сюжету семья собирается вместе, несмотря на все противоречия. Это напомнило мне, кстати, и о моей семье. Поэтому стало интересно, а как вы преодолеваете семейные разногласия в реальной жизни? Пару примеров, если можно. Спасибо. Вау, здорово. Ну, терапия с психологом нам помогает. Да, психолог — это отлично. Но психолог — это еще не все. Это понимаешь, когда взрослеешь и получаешь жизненный опыт. Продолжай развиваться, и все будет окей. Спасибо за вопрос. Хорошая работа. Что ж, пресс-конференция прошла с юмором и закончилась на позитиве. У журналиста из Аргентины оказалась фамилия Хоффман. Поэтому Дастин Хоффман начал вспоминать, а не было ли у него поездок в Аргентину 20 лет назад. И даже попросил журналиста повернуться в профиль, чтобы сравнить носы. И уже после общения с прессой все наконец разошлись на показы.